Пригласили автора одной из довольно-таки интересных книг, и он расскажет о этой книге, как она составлялась, и плюс еще ко всему, наверное, многие из вас знают, что в этом году наша область отмечает 450-летие казачества. Ну и потом дальше мы в формате лекции после выступления продолжим, там уже по обстоятельствам. Хотела несколько слов тоже добавить, что в феврале празднуется собор новомучеников и исповедников Церкви Русской, и в нашей библиотеке проходят ежемесячно тематические выставки. Очередную выставку в этом месяце мы назвали «Путь покаяния». И вот сегодня как раз пойдет речь о пути покаяния, которые прошли люди в прошлом веке, после революции. Их две, Господь даст, будет третья, наверное, весной, с тем, чтобы закрыть область Вознесенского. Ну, прошу прощения, где-то что-то простыл, так что вот, выздоравливаю, но еще не совсем поднялся на ноги, ну, на ногах стою, так, вторично. Ну, вот как-то мы, наверное, уже с советского времени привыкли жить каким-то датам. Вот без даты, без какого-то фокуса на событиях отдельных в истории страны, нам вроде бы скучно и как-то собраться трудно. Хотя, по большому счету, жизнь – это же непрерывный процесс, и каждый день происходит все равно что-то. Иной раз даже мелкое, частное, оно бывает порой более значимое, чем какое-то там проведенное массовое мероприятие, спланированное, официально проведенное, а в душу, вот идея, заложенная в этом мероприятии, не сюда доходит. В этом году мы отмечаем 450 лет, уже формально отметили, потому что 3 января 1570 года Иван Грозный подписал первую грамоту донским казакам с просьбой, ну, по старому стилю, понятно, новое прибавляем, с просьбой, точнее, спросят, а с предложением служить России. Ну и с этого момента все говорят, что и начинается 450-летняя история служения донского казачества в России. И это не совсем верно, потому что ведь Россия православная страна. И когда мы говорим, что казаки служили России, то мы забыли, многие, к сожалению, забывают, казачья заповедь, казачья символ, вот это триединое понимание за веру, царя и отечества. Это не просто они так расположились даже за веру, царя и отечества, а потому что за каждым из этим словом стоит целая, как минимум, столетняя эпоха. Подчеркиваю, хронологически, это как трехэтажный дом. За веру, а как раз шли вместе с Дмитрием Донским и более позже, ну так, 15-16 лет, казаки бить татар, бить нагайцев, те, которые в свое время установили над Русью иго. Затем казаки присягнули Алексея Михайловича и стали монархистами, как таковыми, точно говорить, за царя, но это уже через 100 с лишним лет, даже, может, через 200 лет, после того, как они воевали за веру православную против мусульман. А вот затем, когда началась, когда казаки стали участвовать в войнах, которые вела Россия против нацистов в 17 году с казаками, то есть период революции, гражданской войны. Потому что три символа, три столпа, на которые держалось казачество, оно фактически одномоментно рухнуло. Вот стул, на котором сидело казачество, или там 400 с лишним лет это было внутри казаков, это все рухнуло. Церковь вне закона, гонения начались, царя не стало, а отечество, какое отечество? Российской империи нет. Советская республика – это другая страна, другие ценности, другие классы, прочие классы, другая идеология стала формироваться. И казачество, которое на протяжении 4 с лишним веков воспитывалось вот в этом ключе, это их было, был их смысл жизни. Они одномоментно, я условно говорю, одномоментно, то есть в короткий срок потеряли все.
Вот все нравственные ориентиры потеряли, веру опять и в Бога, и веру в справедливость, ну и прочее, прочее вещи, потеряли все. И, естественно, кто-то взялся за шашку, пошел в белые, кто-то, вот хлебнув вот это свободы, вольницы, как пообещали большевики, ушел в красные, а большинство просто сидело под руком труда, не то что на печи, а думали, а куда идти, как идти. То есть вот эта полная растерянность, и вот эта ситуация во многом была определена тем, что внутренняя история казаков, она вообще же не изучалась, и мы не знали, а кто они, как они. Ну, пришли казаки, для большевиков это нагайщики, для, там, допустим, для самих казаков защитники России, а ведь на самом деле вклад казачества в историю нашей страны просто огромен, просто огромен. И самое главное, что ведь казаки за это ничего и не просили. Косточки разбросаны по всему белому свету, а они просто для себя считали, да, я за веру, я за царя, я за отечество, погиб. Любую песню почитаешь казачью, он не сожалеет, он сожалеет, что я не успел еще больше принести благо стране, там не защитить, допустим, там родных, близких, потому что погиб, но вот это вера, верство и казачество. Это четко, это однозначно, масса документов, даже вот в этих моих книгах, хотя об этом я и не пишу, хотя там есть некоторые данные, например, вот Филонова, ну не Филонова, а Космодемьянской церкви, ну нынешняя, новая, нынешняя Буренсия, Духовенская Казачество, оказались, по сути дела, вне закона. И началось физически, конечно, в 17-й год, были на территории Усть-Медведицкого, Хоперского и второго Донского кругов, нам нужно было бы снять концертный зал на речном вокзале. Концертный зал на речном вокзале, чтобы были только одни свечи. 359 храмов и около 60 молитвенных домов. Ну, Старобрядские, особенно на Медведице, 80-м, в Хоперском вообще их не было, а в 80-м их было много, и в втором Донском было много. Я даже сам как грешным делом не знал, но не знал по той причине, что архивы были закрыты, только года два назад стали открывать областной суд, что даже на территории города Царицына было 4 концлагеря в годы гражданской войны. Когда мы говорим про немцев, то это да, это мы понимаем, это Вторая мировая война. А когда свои у себя здесь устраивали концлагеря и расстреливали сотнями человек прямо списками, я смотрел казаков, особенно второй Донской, вот ну, Краснощековская станица, затем идет Исауловская станица, списки по 500-600 человек расстрелять. И вот выводили во вражек сюда, где у нас детский центр внизу, и так ямки выкапывали, постреляли, 20-30 человек прикопали. Потом опять ночь, все же по ночам делается. Это же так, а у нас устроена, к сожалению, жизнь. Очередные. В Морозовске, это второй Донской округ, станица Морозовская, некто там охранники, комиссары, тот вообще пил самогонку, бутылку самогонки выпивает, и выводил по 23 человека, ночью стрелял. Потом напился, все уже упал, глаза продирает, похмелился, опять неочередных. До 150 человек убивал в сутки. До 150 человек казаков, которые просто согнали. Ну как, то офицером был, то урядник, я того хритого не беру, то атамана был, а куда ни кинься, а там хутора, все при какой-то, либо служил, либо гвардии атаманского полку, то есть неважно, где нужен, человек какой-то особенный, чуть-чуть, всех туда. И за это фамилия этого товарища комиссара Богуславского, ему только объявили выговор и сняли с должности. Хотя там шум, гам был, и поднялись же казаки, второй Донской округ. Он же пострадал больше всего, там были. И когда вот я посмотрел по медицинской книге, сколько, а вы знаете, ну, принципы, сколько мальчиков, столько девочек примерно рождается. Ну, разница там процентов где-то может быть 7-8, даже меньше. Ну, 1 десятая к одному. То взять казаков, которых было вот в это время 30-40 лет, то есть самый боевой возраст, соотношение 1 к 5, 1 к 6. Вырезали, то есть вот казаков, всех, кто, скажем, кому было 20 лет на, условно говоря, 1917 год, физически полностью вырезали. Кого нет, отправили в тюрьмы. Отсидели по 5 лет за контрреволюцию, потом товарищ Ежов принимает решение
А они мало посидели по 5 лет, то 5, то 10 лет. Нет, они скрытые враги. Повторно их туда же, повторно опять вне, и свыше 500 тысяч человек, там не только были казаки, но как наши, опять попали под этот молох, ну а тут уже гулаги, и мало кто из них вышел. И вот и плюс после этого стройки коммунизма, да, они были нужны, и Беломорканал, и заводы в Волгограде, но десятки тысяч людей были просто согнаны с земель, из казачек, из крестьянских, и были направлены. Вот мы ходим все в музей Машкова, знаете, художественный музей. А один факт приведу вам, для меня это было кощунство. Машков жил в Михайловской станице, это Урюпинская район. Все превозносят Машков, Илья, шикарный там, художник. Так вот, после революции, она знает, ну, кто знает, знает, просто говорю, что в Михайловской станице было два храма. Богоявленский и Сретенский, оба каменных, старинных, еще конца 18 века, даже не середины 18 века построены храмы. Так вот, ну, надо же был Дом культуры построить. И вот по его предложению взорвали Богоявленский храм, взорвали, остались не встретить храм. Он нарисовал эскиз будущего Дома культуры, и с этого кирпича, ну, конечно, не он там ходил, все взорвало и делал, построили здание Дома культуры. Я думаю, как так можно было, когда по копеечкам скидывали в кружку, чтобы построить храм, и строили его там по 20-30 лет, те же местные жители. Как он мог такое совершить? А вот когда почитал, просмотрел все металлические книги, так оказался это казачок засланный, с Рязанской губернии, с отцом приехал в 9-летнем возрасте на заработки казакам, его ничего не держало с этой землей. Он был чужеродное тело здесь. Ну и потом через несколько лет уехал там в Воронеж, получал образование, ну и так далее, и тому подобное. То есть вот получалось так, что разными способами, но казачье сословие размывалось в отношении священников. Я посмотрел вот даже по фамилии священников, которые первые были в казачьих станицах еще начало 18 века, 90 с лишним процентов, ну понятно, колебание там небольшое, это священники казачьего происхождения. 90 с лишним процентов. И во всех, подчеркиваю, станичных церквях это были свои коренные. Это двойное уважение. Человек знает среду свою, ну и, естественно, обладая теми качествами, которые позволяют им вести за собой людей. А вот когда уже произошла отмена крепостного права, и станичных церквей не хватало уже, просто приход был колоссальный, по 3-4 тысячи человек, ну просто... Обслуживать. Я вот себе привожу пример, Харьковский округ, Золотовская станица. Здесь есть казачество. Так вот, Знаменская церковь станичная, а вот юрт растянулся, юрт от территории района растянулся на 80 почти километров. Ну попробуйте, зимой отвезите, покрестите ребенка. Там минус 30, замело, все, там же овраги, все, речка. Невозможно. Нужна церковь где-то поближе, ну хотя бы там, ну, два часа езды, ну, чтобы хотя бы задним-то обернуться, туда-обратно съесть. И вот строят в хуторе Рябовском, строят церковь обязательно. Дальше надо деваться, это на горе, так скажем, в сторону Ростовской области. Потом недалеко, ну, не хватает, давайте, ну, опять относительно далеко, построим в хуторе Кругловки вторую церковь, тоже вторскую, там же, на севере, скажем. А на юге сюда, в сторону Нового Ивана, в Шарашкино. Вот в Шарашкин, тоже церковь, Золотская станица. И тогда уже вот ареал, так скажем, обитания, или возможность и священника требовал выполнять, и людям, естественно, тоже дитя покрестить, приехать в церковь. Это в пределах 25-30 километров, согласитесь. Ну, это 2 часа на лошади. То есть спокойно за день человек мог приехать покрестить ребенка и уехать назад. И вот казаки, и причем все церкви, почему, до единой строились, из исключения только станичных храмов или восковых, исключительно на пожертвования самих прихожан. Подчеркиваю, все. Вот почему он привел пример того же Машкова, как так можно было, если отец мой или я там, или сестра деньги подавали на строительство храма, а я тут же сам дам команду, давайте его взрывать. Ну это же, не знаю, так. Но это уже у помощения, там что-то другое вселилось в человека. И вот события, подчеркиваю, революции и гражданской войны привели к тому, что десятки, подчеркиваю, десятки тысяч казачьих родов, я беру о казаках,
и священников просто были физически уничтожены. Даже Кореи не осталось. Но хорошо, что остались метрические книги, хотя, должен признаться, в лучшем случае, в среднем, если взять, это примерно четвертая часть тех метрических книг, которые были. Потому что первые метрические книги появились в России еще в конце 18 века при Екатерине II, и у нас в станичных церквях крупных, и уже велись метрические книги и исповедные росписи. Но хуторских с момента открытия. То есть любая церковь должна была иметь станично как минимум за 200 лет в двух экземплярах эти метрические книги. Ничего подобного нет. У нас только единственная, так сказать, самая урожайная станица – это Михайловская. Вот, и Сретенская церковь, и Богдулинская церковь, вот они имеют по 70-80 метрических книг. Но это только треть того, что есть, но они целые, в хорошем состоянии, а дальше даже взять пусть Медведевскую станицу, и два храма там были. С двух храмов на территории, только в нашем архиве мы всего можем насчитать около 30 метрических книг, а должно быть около 300 метрических книг. Я к чему это кладу? К тому, что полной картины представить невозможно. Ну а то, что есть, вот надо было буквально по каждому человеку пройти и всех их выбрать с тем, чтобы все-таки показать, а кто же здесь жил, а что же они создали. А ведь создали главное, они обустроили весь этот край наш. Мы как-то забываем, что казаки только воевали. А ведь посмотрите, когда стало формироваться казачество, это времена Ивана Грозного, то граница, южная граница России проходила чуть южнее Тулы. Тула, ну, верст на 57 спуститесь вниз, все, это дикое поле. И вот от Тулы, ну я условно, понятно, что не по самому же Кремлю Тульскому проходила граница. И вот оттуда до Азова, там до Таганрога, до Черного моря, это дикое поле. Все. И вот до запорожских казаков, там до Днепра и до Волги. Вот громаднейшее пространство, они по размеру выравнялись всему московскому, тогда еще царству по факту. Вот. Это ничейная земля. А ведь ее же нужно было и пройти, и заселить, и обустроить, и дома, и храмы, и школы построить, и потом там же и создать свой уникальный хозяйственный уклад, чтобы жить, там, саморазвиваться. И вот все это было сделано, подчеркиваю, никаких, так как можно сейчас говорить, дотаций с государства, никаких подъемных, ничего. Это все за свой страх и риск. Жили в станице, да, тесновато стало, давайте выйдем в хутор. Вышли в хутор, рядышком с станицей, там, в 2-3 километрах. Потом опять там тесновато укрепились. Давайте Смельчаков, 3-4, там, 7, Петров, Сидоров, Ряву. Давайте пойдем подальше. Пошли дальше. И вы же видите, знаете, кто там служит, что большинство хуторов казачьих, они носят фамилии первых населителей. Куда ни кинься. Тоже Круглов, ну, если будем брать там же Кругловка, то Шарашкин, тоже Рябов, хутор, да, куда ни кинься. И станицы, как таковые, они в большинстве своем носят вот имя, собственно, то есть первого основателя, первого заселителя. Теперь вот что здесь по этим двум книгам. Ну, в свое время, когда я писал первую книгу «Верховое Донское казачество», то епископ Елисей благословил меня на нее, и вот был разговор, что хочу издать три тома, чтобы все казачьи церкви и пофамильно все прихожане, которые там были, и плюс весь клир, который за все время или за те возможности, когда можно найти в архив, ничего сохранилось. Вот чтобы это было, потому что с этого мы можем говорить о возрождении вообще даже русского человека. Все остальное от лукавого. Вот я, ну, уже, в общем, не совсем молодой человек, так и многие постарше здесь, как-то по жизни так смотрю и вот думаю, как белка в колесе ходит по кругу. Вроде бы где-то успех, потом опять провалились, потом что-то достигли, спускаемся опять же вниз. И вот какая-то ненадежность в нашем развитии, она же заключается в том, что мы же принципиально не сделали. Мы не сделали главного. Вот те, кто 100 лет там назад был убит, либо же просто лишился крова, а потом умер по разным причинам,
Даже массу могу приводить примеров, когда в архиве КГБ есть повагонные списки 1933-1934 года, людей высылали в Архангельскую губернию, там, на Колыму. И я взял по своей родине, я сам с Сергеевского района, ну, тогда была Усть-Медведская станица, и соседи, там моих не оказалось, мои как-то, ну, 17 лет отсидел, где-то там, в Ограде. А это казака убили, женщина, Калядина, фамилию помню, 38 лет, 6 детей. Старше было 13 лет, ну а младше там грудное, там 2-3 года. Отправили их по вагонный список в Караганду. Она туда приехала, потом она выжила. Приехала туда с одним ребенком. По дороге ехали 2 с лишним месяца, похоронила на полустаночках. Вначале маленькую, потом чуть старше и так далее и тому подобное. Это пример одной семьи. Таких случаев, ну я не знаю, там тысячи, может быть миллионы. То есть вот система работала. И вот мы, я свой адрес больше всего говорю, что мы, да, там процессы исторически изучали, а людей это забыли. Просто забыли людей, они ничем не виноваты. Что были, кто где жил, в какой станице. Кто там, с кем они детей покрестили, кто стал восприемником. Вот эта вся система, она просто нарушилась. И вот Господь сподобил все-таки попытаться собрать воедино, а как же выглядела наша Донская земля до 1917 года. Подчеркиваю, очень много того, что и вы, к сожалению, не знаете, да и даже глава администрации не знает. Я вот им недели через полтора буду читать лекцию. Просто поражаешься, встречаешься с главой администрации, он говорит, да вот там мы, допустим, в Михайловке, у нас там то-то, то-то, то-то. А какие у тебя до революции, какие административные дички входили в нынешний Михайловский район? Назови мне. Ну, вот Арчудинск стоит, вот Етеревская, вот Роздовская, ну а дальше? Ну, здравствуйте, дорогие мои, о чем мы говорим? О чем мы говорим? Ведь если ты не знаешь, что было 100 лет, вот территория, как выглядела твоя 100 лет тому назад, то о чем мы можем дальше как-то думать, планировать? Ведь корни оттуда идут. А когда стали смотреть, а там еще станица Кумылжинская прибавляется, и там кусочек Скуришинской станицы прибавляется, и там еще с севера идет кусочек Филонской станицы, Кутерстрах. Ну, так начал пальцы загибать, и опаньки, а там 11 дореволюционных административных единичек, которые вошли в состав нынешнего Михайловского района. То же самое по-любому в Ограде, та же Качалинская станица, либо Трехостровская станица. Да, мы знаем, вот есть Иловинский район. А давайте посмотрим его, Иловинский район. Он как стоял. А ведь каждая станица – это своя семья. Как есть священник, его приход. Есть другой приход, другой священник. И от батюшки очень многое зависит. Каков приход? Ну, есть же пословица. Так и там это все было. Там это все было. Была станица со своим микроклиматом. Казаки были, вы не поверите, я уже привожу такой пример, он не совсем правильный, но правильный все равно. Казаки были, по сути дела, крепостными своей станицы. Крепостные своей станицы. Он же военнослужащий. Он не имел права перейти с одной станицы в другую. В порядке исключения только по согласию этого же станичного общества, по согласию того, то есть, скажем, принимающей стороны другого станичного общества, что его готово принять, потом через войсковые власти, там год целый, а то и 2 года будут бумажки бегать по всем этим канцеляриям, пока разрешат, сход пройдет, ладно, Сидорова отпускаем, там, ну, всякие бывают причины. И вот таких где-то максимум 2-3% в год могли казаки поменять, там уйти, скажем, ну, условно, там, с Колчалинской станицы, станицу Трехостровскую. И то, может быть, старенький казак, не служилый, ну, мало там, что там, где-то что-то. Дошел себе либо вдову, ну, и там, перешел туда. Вот это все было. Своя семья, своя среда. И вот, зная это, мы же тогда можем определить, а кто, где, как жил. Называет любую фамилию, на 90% скажут, что вот ваше место, то есть ваш корень здесь. Не где-то, он не может быть. Ну, условно, допустим, фамилии, ну, пускай там тех же, что у нас, нет, я не беру Поповых, есть везде.
Я там, ну, допустим, Смирновых. Да, кстати, Ивановых среди казаков было очень-очень мало. Ивановых очень-очень мало. А вот любая другая фамилия, вот скажете, когда вот место здесь, ну, плюс там 2-3 соседние станицы, понятно же, не в одном они все вместе, все-таки поженился на ком-то. Пожалуйста, вопрос. Фамилию назвать? Да, можно. Тимонин. Или Золотарев? Есть. А, нет. И Тимонин, Золотарев, чисто казачья фамилия. Нет, чисто. Где? Что же? А, какой садик? Так, ну, Золотарёвы. Я знаю, потому что... А, нет. Золотарёвы. Мы почти не... Нет, сразу давайте оговоримся. Случайно одна фамилия может попасться везде. Ну, в принципе, такое бывает. Но если говорить о корешочке, Золотарёвых вы не найдете. Хапёрс мог у них. Так быть не может. Определим сразу. Золотарёвы могут быть только в Усть-Медведском округе. Раз. И на границе, уже будучи переселяемым, на границе второго Донского округа. То есть вот, все-таки основное их место – это Усть-Медведский округ для Золотарёвых. Вот, Тимонины больше любили второй Донского округа. Угу. Правильно? Ну, вот я Тимонин, да, и, возможно, у меня была раньше фамилия, ну, Золотарёв, потому что у Тихона Золотарёва в 18 веке было два сына, один почему-то стал Золотарёвым, другой Тимонином. Но они все идут из Пятизвянска. Ну, второй Донского. Да, да. Но тут опять сложновато, Пятизвянская станица, она старообрядческая. Вы знаете, что две станицы у нас, ну, одна была чистая старообрядческая, полностью. Это Верхнечерская. Пальчики как раз досталось, скажем, окармливать эту территорию, то есть в целом, как таково, второй Донского. Это исключительно старообрядческая, подчеркну, станица. Где-то примерно 1004 казаков старообрядцев и 300-400 только православных было. Это вот такая. И очень много старообрядцев было в Пятизвянской станице. И еще Голубинская. Вот три станицы, это чисто, ну как не чисто, одна Верхнечерская полностью, а эти 50-50 примерно старообрядские были. Но правительство уже как могло, гноило их и создавало условия для их переселения. И вот как раз те же ваши могли оказаться вновь поселенных местах, и вот переселяли вот с этих, с той же Трехстровской станицы, допустим, с той же Пятизвянской, вот вновь создаваемый Краснощёковский юг, Морозовская станица, там, где были войсковые земли на Бугре, ну, это граница Ростовского, Городского России, вот туда их переселили казаков. Добровольно, скажем, в кавычках, принудительно. Поэтому могли оказаться там. Вроде мой род не переселяли никуда. Нет, опять я говорю. Может быть, до этого они оттуда приехали из Усть-Медведевского? Но Золотарёва это только, это прежде всего Усть-Медведевская, причем Усть-Медведевская чистая. Это вот сама Усть-Медведевская станица, это Усть-Копёрская станица, вот этот пятачочек. Немножко они поднимались до Вёшенской, но там просто как отголосочек. А вот Усть-Медведевская, ну еще Распутинская тоже. Вот это вот прямо скажем, в центре Усть-Медведевского округа, здесь точно вот ваша. Но не потому что, конечно, вы сами представляете, в каждой книжке примерно по 30 тысяч фамилий. Я их, естественно, все знать не могу, но есть, подчеркиваю, вот родовые имения, кто, где, откуда. А ведь это здорово. Это здорово. И еще другое самое главное, что ну, так получалось, что казаки-то служили, была местная команда, ребенок мог родиться, а он находился на службе в другом месте, допустим, в Усть-Медведевском, в Урюпинске, оказался там в местной команде. Жена приехала в гости, родила. Где будете тебя крестить? Не поедешь назад в Усть-Медведевск? Покрестите где ее? В станице Усть-Хоперской. Ну и как следствие, вот результат, который решался таким образом. Один факт приведу. Да, многие ищут своих родных и близких и не могут найти. А потому что мысли, ну, прошу прощения, примитивны. Если я с Урюпинска, значит, мои должны быть в Урюпинске. И мне позвонило буквально 3 дня назад, случайно, в интернете узнал, член Союза писателей по фамилии Рябцев, это с Урюпинского района, он живет в Оренбурге, тоже из казачьего рода. Говорит, Сергей Иванович, еще не могу найти своих родных и близких. По всем архивам писал, получил ответы, что а у него прадед 903 года рождения, воевал, погиб в 41 году. Говорит, и вот все-таки, ну где он родился, там метрики поднять, что ли. Прислали с архивов, в Рюпинске нету, там 3 храма было, храм, один собор и 2 церкви. Затем нет ничего ни в Ростове и ни в Подольске, там в военном архиве. Не могли найти. Говорит, это самое. Вы не там ищете.
ну, я просто фамилию на слуху сразу. Корень его, это вашего прадеда, Михайловская станица. Урюпинский район сегодняшнее образование. А до революции-то в состав Урюпинского района входили сама Урюпинская станица, Добринская станица, Котовская станица, ну, не вся, а частично, Тепикинская станица, половина Михайловской станицы. А в самой Михайловской станице, мы с вами сейчас говорили, два храма было каменных, Богоявленский, Сретенский, еще 9 хуторских церквей во всей округе, и в Алексеево, и в это самое, там, Вихлянцево, и Вишняковском, и Бобровском хуторах, и Дупляцком, и так далее, и тому подобное. То есть он ваш, не урюпинский, просто фамилия, он Михайловский. Вот посмотрите там. И он мне вчера политурник прислал, прямо там Гладарского, Сергей Иванович, все, нашел. Нашел ряд, посмотрите, все, вот рябцы вам здесь, а вот поставить книжки. Говорит, мне книжку срочно пришлите, вот я там буду искать. И вот мне кажется, это самое главное, что нам сейчас нужно. Я думаю, что вот у нас с вами, может быть, я здесь прав, не прав, но получается так, что ведь 100 лет власть гноила и казачество, и церковь. По факту. По факту. А может быть, стоит где-то возможно, хотя казаки народ неподъемный сейчас, но каким-то образом так объединяться, ну, трясти вот эту черствость, которая в казаках есть, к сожалению, вот она осталась уже. Там все многое так испохабились. Как бы их вот пробудить, искать свои корни? Пробудить, ну, помнить о тех, кто жил там 100 лет назад, 200 лет назад. Ведь раньше-то все до 7-го колена знали, сейчас спросишь, никого и не знаем. И в храмы почему не ходят? Во многом по этой причине. По этой причине. А может быть, стоит вот устроить им, как и раньше, скажем, наряду с законом Божьим, избу читальню. Орган говорю, устроить надо. Не говорю, что это... Храм не хотят ходить, как они вспомнят свои корни? Нет, тут, нет, знаете, тут опять надо думать. Надо думать. Все будет. Вот. Надо думать. В целом, что я говорю, вот нет, я не говорю, что вот посмотрели, сказали, а вот твой дед-то, потому что здесь, допустим, твой дед ходил сюда, а твой дед был церковным старостой прадеда. Был церковным старостом нашего хуторского храма. А ты что там, нечестивец такой всякой, это самое, деда своего, уважаешь, не уважаешь, его прощай, короче, ситуацию. Но это есть разные формы, средства, но это же работа с конкретным человеком. Одного подняли, другого подняли. С атаманами надо очень плотно работать. Я был на круге Всехмоющей, по-моему, 14 сентября, вот, не октября. И тоже там батюшка выступал, говорит, что вот казаки, да и почему вот не раз, я не только там слышал, я это в Калаче слышал, тоже было, когда батюшка говорит, что вот казаки, ну вы в храм-то ходите, не только там, по праздникам, но, ну как, вот, говорит, плохо ходит. А ведь причина во многом от того, что казаки-то не самоорганизовались. Раньше в каждой станице станичное общество. В каждом хуторе, кроме маленьких, там 10-15 дворов, хуторское общество было, в каждом. А когда я спросил у атамана Гречишко, а сколько же у нас в 80-м округе станичных и хуторских обществ, он назвал 9. А до революции только в одной 80-м станице более 2 десятков. В одной. А если взять весь этот юрт их, то там число таких свыше 200. Говорю, вот твоя работа. Ты должен в каждом хуторе иметь 3, 5, 10 казаков. Вот, своих. Ну, они же там все равно есть местные. Через них есть у тебя хуторское общество, 10 казаков, 5 казаков. Хорошо, другому опять 5, 10. Вот через них, вот такую, как маниста, выстраивать, подключать, какие-то поручения давать. Власть это не сделает. Вы не поверите, вот на издание этой книги ни одного рубля, ни один глава района, ни там. Только спонсоры. Книги у меня уже были готовы, написаны еще 3 года назад, вот с протянутой рукой, прошу прощения, ходил, ну, еще так люди знают, книжки вроде тоже интересные, вот выбивал. Сейчас 3-я книга у меня уже в издательстве лежит, тоже набранная, сверстная, 2-й Донской округ. Все уже, давно набрана, сверстная. Я ее отдал еще, вы не поверите, в октябре 18-го
в октябре 18 года. И вот поэтапно, еще за уст Литвинский не рассчитался. Ну, правда, осталось немножко, 70 тысяч рублей, ну, типография свои деньги там вложила, но прибыль получает, поэтому они так. Поэтому мы все равно свое получим. Ну и слава богу. Вот оно получается. То есть власть здесь казакам не союзник. И в целом нам с вами не всегда союзник. Но тогда надо искать какие-то другие пути. Работать с людьми, мне кажется. Вот с теми казаков, пробуждать их, как-то учить. А здесь я вот считаю, что, конечно, такая книга подобна для каждого из вас. Она, может, даже нужна и в храме, может быть, там, где есть. Потому что вы же здесь все найдете. Вот любого мне называете, я вам сразу не просто там по фамилии. Здесь же все. И атаманы, и священники, и хозяйство, когда станица была основана, кто там в ней жил. Здесь все. Вот первый побольше открыл, там Еланская, но это не наша станица, нынешняя Ростовская. Вот. Бог ради, редчайшие фотографии. И самое главное, здесь люди. Вот, люди, которые здесь жили. Георгиевские кавалеры. Здесь есть, правда, к сожалению, очень мало фотографий священников. Просил кого только мог. Но очень много фотографий церкви. Вот Покровская церковь, допустим, хутор Синова. Ее нет. Ну, понятно, хуторские церкви были все уничтожены. Ну, большинство. Сожжены, уничтожены. Вот она. Хорошая церковь. Вот. И вы не поверите, но даже зарубежные казаки откликнулись. Здесь есть фотографии казаков наших, которые живут в Канаде, живут во Франции, живут в Германии. Прислали свои фотографии, родных, близких. И самое главное, хорошие фотографии храмов. Ни у кого в России не было фотографии Акишевской станицы. Это вот, ну, Хоперский знает. И ее станицы нету. Там даже места сейчас нету. Станицы нету. Почти 2000 человек жило до революции. Почти 2000. Старожилы примерно могут показать, где там пустырь, где была станица. Каменный храм. Ничего нету. Ничего нет. И прислали фотографии 1906 года. Прям хорошие. Ну, там, как и Зотская станица, Знаменская. С Бога все так снимает. Понятно, вид на Хопер. Хорошие фотографии. Посмотрите. Вот, мне кажется, это главное, что я пытался вам донести. А так, здесь люди, люди, люди. И это для меня, как историка, профессиональный долг вернуть людям память о своих родных и близких. Ну, а вас прошу, конечно, укрепить их вот, понимание того, что тех населенных пунктов, которых нет. Вот здесь надо было, чтобы было бы кладбище. Понимаете? А это не совсем хорошо. Здесь же люди жили. И вот, чтобы кладбища не было, я от этой идеи отказался. На самом деле, я встречался неделю назад, взял первую побывшую станицу, там, по-моему, Кипинскую. Я говорю, вот куда? Было 22-го, осталось 8. А самой станицы проживает 17 человек. В работе доживает. Я думаю, нас несколько лет, все, станицы нет. Станицы нет. Акишевской станицы нет. И могу пальцы загибать вам, назову полтора десятка станиц, которых просто нет. Станица. Это районный центр, ну, перевод на сегодня. А хутора – это сотни хуторов просто были уничтожены, либо расселены. Но мы же должны как? Ну как? Они же не виноваты, наши деды праведные. Ну попали в эти жернова революции. Ну, вот, ну, не знаю, думаю, как получилось, может, несколько. А вот тут сложная конструкция, потому что войско Донское – это не стандартная губерния. Вы знаете, что в России с Екатерины II страна была поделена на губернии, 50 губерний, ну, правда, 50 не сразу они появились, и 5 областей, которые имели статус как губернии, но с особыми полномочиями. И вот в число таких особых попала область войск Донского, затем Кавказская губерния, понятно, Таврическая, вновь присоединенная. Там они же епархии. Да, 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 да. И вот поэтому вот здесь обязательное участие, ну скажем, светских властей. Обязательно. То есть атаманы, все это шло, понятно, через патриарха, все это шло. Безусловно, через митрополита они назначали своих, но, так скажем, с учетом позиции и мнения
местных властей, то есть атаманов. Атаманов. Нет, там это обязательно. И даже храм построить обязательно согласование в двух структурах. Проект церковный, денежки казачьи, ну так условно говоря, если брать про казаков, строительство там, контроль, ну понятно, есть там старость или еще кто-то отвечал. Ну, как правило, работали бригады все, не местные. И церкви, храмы деревянные строились, как и раньше, например, тоже Царицын был построен. Они уже сюда привозились в разобранном виде, построенные в Воронеже, там, где в Тобой, ну так, лес порубили, понятно. В большинстве деревянные были храмы. Проектов было немного, если посмотреть, каменное, там другое. Там особо было разговор. И, как правило, вот эти же бригады, которые лес заготавливали, приезжали сюда, несколько человек, небольшие были бригады, 5-6, бывает даже 3-4 человека, церковь рубили. Ну, как рубили, собирали фактически. Ее собирали. Вот, но, вот. А священника, да, священник, естественно, назначался через Новочеркасск, ну, подчеркиваю. Вот участие, если, допустим, Воронежскую, Тамбовскую берет, шел просто. Так. Вот. И священнослужители у нас оказалось, Дон был не готов вот к такому, скажем, резкому строительству церквей хуторских. И в основном сюда в 60-е, 70-е, 19 века посылали священников, которые, наверное, можно было так сказать, в ускоренном варианте, как в год Великопетровского готовили 20 динатов, готовили священников. К сожалению, очень много было не вполне образованных, потому что потребность была колоссальная. И епархия физически не могла в таком количестве. Вы не поверите, каждый год в каждом округе открывалось по 5-7 церквей. 5-7 церквей. Это же сразу, ну где? А взять всю область Ленинского, ну это как минимум человек 50-60 нужно было священников в год. Где их подготовить? Это много. И вот духовная семинария Воронежская, она фактически работала на Дон. Вот так. В ускоренном варианте. Готовили. Было сложно. Но а тут уже, если в станичных церквях священники служили по много лет, есть даже рекордсмены, по 50-52 года на службе священники были. Вот автоном в Арчанинске стоит, по-моему, 52 года, и на бедре получал там все, награды и светские. Вот. Ну а в хуторские церкви там посложнее. Подчеркиваю. Вот в силу этого, скажем, в силу притирки сложной с местными властями, то есть с атаманом, там недолго задерживались. 2-3 года, другой приход. 2-3 года сложно было. Почему? Это на уровне хуторских. Станицы нет. Там четко, надежно, там от и до. Потому что там традиция была заложена 100 лет назад, допустим, и она сохранялась. Вот, а здесь нет. И вот тут тоже подчеркиваю, по фамилии все, здесь вы можете найти, все священники, когда был построен храм, когда там горело, уничтожалось, там молния была, переносилось с места на место. Ведь нет ни одного храма на Дону, который бы остался на первом месте. Вот где он был заложен, допустим, 200-300 лет назад. Нет ни одного храма. Самое у нас, так скажем, невезучее, это Распопинская станица. У Свидетельского 6 раз переносилось с места на место. И вот считайте, 6 раз разобрали храм, перенесли на другое место. Причем это другое место, это не 200-300 метров с того, допустим, там затопляло. Нет, это 2 километра, 3 километра, а то на другой берег речки. То были на левом берегу Дона, давайте перейдем на правый берег Дона. А это совсем другое. И тем не менее, посмотришь данные, Год храм готов. Причем никогда ничего не уничтожалось. Вот, станичный храм, там 3-4 венца нижние подгнили, ну понятно, церковь, 50-60 лет, разбирают и дарят или продают. Казаки девушки считали. Это же были их деньги. Они скидывались там, в ту же крошечку, в шапке, там яблоко, ну и прочее. В хуторскую церковь. Или в Слободскую, допустим, в Гуляевке церковь тоже решили построить новую, разобрали ее, покупают. Там, в другой станице казаки хуторского общества
перевозят к себе и строят. То есть вот так, чтобы все это исчезало бесследно, ничего подобного. Все четко, грамотно. Вот работала система. Вот я просто поражаюсь, система настолько вот отточенная этими годами или там даже столетиями. И вот как вот ее взорвали изнутри. Вот, вот мы ходим по этим осколкам, где-то, к сожалению. Там спотыкаемся, там ногу себе порежем. Вот надо искать что-то. Пока не знаю, что найти, как. Но без этого ничего у нас не получится, к сожалению. Так мы будем. Кажется, то яма, прошу прощения, то канал. Это не есть хорошо. А так вот, да, пожалуйста. Почему? Да, вот вопрос. Получается, я так слышал, что у казаков было довольствие, да. И оно делилось там на три части. То есть одна довольствие, ну, денежное, то есть они. И одна часть шла как раз там на, значит, коней, там, на обмундирование, на все, и в том числе на содержание храмов. То есть они как бы не специально отдавали, а уже сразу из казны изымалось. И у них даже была такая традиция, вроде как, ну, негласная, что среди казаков было зазорно нищему подавать. Не потому что то, это, ну, плохое дело, а потому что он уже это делал. И если ты делаешь, то тут перед всеми покажут, что я там, мол, того, я лучше. Не, ну, других. Как у нас крутые. Как да, ну, как бы да, чтобы вот этого выпячивания не было. То есть все, и бедные, и школы все содержались вот за счет того, что с казны уже изначально изымалось. Нет, тут и да, и нет, тут и да, и нет. Дело в том, что каждая станица, ну понятно, и войско в целом, и каждая станица имела свой бюджет, то есть имели свои суммы денег. И не столько вот за счет каких-то денег, так скажем, что с казаков там брали, это было мало. Дело в том, что у каждой станицы были так называемые запасные земли, запас. Допустим, есть там 10 тысяч гектаров земли, 8 тысяч раздали казакам по паям, а 200 тысяч, это 2 тысячи, это, ну, запас, пока. Никому давать не надо. Вот там, туда приглашают, ну, приглашают, сдают землю в аренду. Воронежским, Тобовским, крестьян, которые все приходили на сезон, поработали. Там это, собрали урожай, 50% себе там продали, 50% куда? В станичную казну. А вот из станицы эти, то есть, по сути дела, казачьи земли, деньги, вот они шли на содержание церкви. Причем сами казаки не только там и... Ну, про зарплату говорить не будет, получал и батюшка средства. Затем обязательно он же получал не только как священник, но и как учитель. А он же был еще и, допустим, ну не учитель, он, ну как и учитель, потом появился в начале 20 века, так скажем, ставка, директор церковно-приказской школы, ну это условно. То есть заведующий или старший учитель, разное. То есть там просто зарплата была повыше. Обязательно. То есть учитель получал и приличные деньги. Приличные деньги. Как правило, каждый храм имел по 2-3, а то и 4 дома, построенных при церкви, построенных на средства станичников. То есть, опять же, вот за счет этого, как правило, не за крошечные деньги. Крошечные деньги – это, там, допустим, покрасить церковь надо, или там крышу перебрать, или, может, там колоколы что-то там все решили заменить. Это вот на такие частные, небольшие расходы. А вот системное финансирование – это все шло вот, и, да, из станичных сумм, причем это плюс там ярмарка, обязательно, знаете, у каждой церкви, ну, три дня где-то, я не беру крупные храм, допустим, та же Сретенская церковь или там в Рюпинске, там по 20 гривен ярмарки, а вот в каждой станице это 2-3 дня ярмарка и средства, она же ярмарка была на площади, а площади была при церкви. И вот там доля средств поступала. И плюс там казаки, был же староста, и вот пожертвования они были постоянные. Причем пожертвования были как деньгами, что для казаков было вторично, а чаще всего землей. Вот умершая, допустим, ну, там, вдова, казак погиб или офицер, и она уже старенькая. И она завещала, я много примеров мог привести по вашему, по второму Донскому округу, 50 гектаров земли, ну там 10 были, 50-10 земли, 110 земли, пожертвовал церкви. И, пожалуйста, это церковь, ну понятно, не священник же там будет пахать. Отдали в аренду, деньги оттуда поступают, все. И потом сумму благочинно проверял раз в год, там как, сколько денег поступило, там то на свечи ушли, то там на какие-то... и иные расходы, это вот шло. Но, подчеркиваю, я не помню, редко, когда казаки обращались в войско, то есть в Новочеркасск, с просьбой помочь им за счет
бюджета всего войска построить храм. Это только крупные, допустим, Урюпинский, Воскресенский храм, или такие, скажем, станичные, крупные каменные сооружения, потянуть казакам было трудновато. Это помогали. А так вполне хватало, почему? Вполне хватало денежных сумм, которые собирались с территории любого, любой станицы. Потому что в каждой станице, самая маленькая, ну это порядка 8 тысяч человек. Посчитайте. Вполне достаточно 8 тысяч человек, чтобы себя, так скажем, свой храм, и все, школа, обязательно дом для учителя, зарплату учителю, все. Все это хватало, и опять тоже, вы не поверите, я уже все читал, вот я вам назвал 359 храмов, а в каждом округе казачьем, вот, условно говоря, в каждой из этих книжек, и вот если взять, было около 300 учебных заведений. 300! Здесь, я округляю, 300 здесь, и будет во втором Донском округе, ну опять там плюс-минус, там 20-30. Вот считайте, в трех казачьих округах было около 1000, ну пускай 900, если не ошибемся, я не считал просто сейчас, учебных заведений обязательно при каждом храме, церковная, приходская школа. И батюшка не только, школа была здесь при храме, обязательно, как сегодня мы говорим, там филиалы были. 2-3 филиала где-то в соседних хуторах, там 6-7. Вот садился он на коняшку, одна колочка там, ну, и поехал. Урок провел свой, закон Божий, там еще, там, допустим, сам псалмы попели 2 часа после там молебна. Там час на лошадке проскакал. Вторая смена в другой школе. А не каждый день были занятия, а чаще всего занятия были через день. Через день, ну, так, по полдня сидели. Там же не было выше, не заслужил, не было. Не, там, понимаете, за 25 лет службы, беспорочной службы, вот все. Это уже признавалось, и он получал награду. Почет, награду, орден, допустим, Святого Владимира. Ничего себе! Это получали офицеры, там кровь проливали, и учитель или священник получал орден, государственный орден. Это же духовная кровь выдает. Более чем. Духовная кровь. Да. Покороче будет, чем такая. Нет, на самом деле. А потом отношение было тогда другое совершенно. Вот даже вспомнил тоже Тихий Дон, Гришкин с крестом, и Лесницкий офицер, и отец его генерал. Ну, фигурально выражая, шапку перед ним снимали, потому что идет георгиевский кавалер. То есть другое было отношение к наградам. Они же заслуживались, они получались и давались, раздавались. Вот так что, не знаю, как вот, ну, у вас же есть там, не знаю, там, фермеры, там, прихожане. Подумайте, как-то, вот я-то по своим каналам стараюсь, чтобы книги были в школах, где-то езжу, дарю, обязательно приезжаю в школу, я каждой школе дарю, в библиотеке района дарю книжки. Ну вот надо же, чтобы вот о чем мы с вами говорили в самом начале. Ну в каждом хуторе, где есть, неважно, там начальник школы, пусть будет 20 других книжек, но вы ничего сейчас не найдете. Ничего никто, по крайней мере, не пишет. Никому не нужно сейчас это, к сожалению. Либо вот сами для себя что-то пишут, либо как-то. А вот как только ребенок получает, прочитал, нашел своих, он же бегает с другим отношением. Он радуется. Глянь, а вот мой дед, посмотри, вот старый мой дед, георгиевский кавалер, здесь. Это у него в голове сразу что-то такое там изменится. Уверен, я сам это видел, не раз, не два, был свидетелем, когда ребята уже по-другому себя позиционируют по отношению к сверстникам. А это дорого стоит, это уже как раз, вот, как в педагогике говорили, опорный. И несколько лет мы свою область не узнаем, а что, реально. Это, ну, капилляры. Капилляры у нас забиты, их надо прочистить. Нам тут еще нужно же, необходимо, чтобы он не возгордился, который нашел свои корни. Это больше задача священника, кстати. Нет, я согласен, здесь да. А приезжий вообще, получается, он... У них это сейчас вот митрополита Гедеона, Покровской станицы. Отец был у него атаманом. Докукин.
Да, да, Кукин, да, это да. Фамилия казачья. Вот, и это офицер. Не просто атаман. Да, это не просто атаман. Да, Кукина это и дворянского есть. Очень много среди казаков, как об этом забываем. Тысячи казачьих дворянских родов. Расстреливаем. Тысячи казачьих дворянских родов, я называю. Тысячи. И в каждой станице есть сплошь и рядом. Ну, допустим, там моя фамилия Рябов. Да, были казаки Рябовы, но я, скорее всего, из рядовых. И у нас там были казаки Рябовы дворяне. По материнской линии мне Сенины, там казаки тоже, дворяне были Сенины. Возможно, какие-то родственники или там 200 там назад. Ну, я как не копался. То есть практически, подчеркиваю, в каждой станице мы можем насчитать до сотни. Если крупный станица, а так несколько десятков дворянских казачьих родов. Офицер получил хоронжево, все, это по табеле о рангах Петра I, личный дворянин. Получил ясаула, все, потомственный дворянин. А священники? Нет, священники. В наше время их получают. Нет. Истину возжить о Богородицу, Пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без искления Бога Слово росшую, сущую Богородицу тя величаем. Этой книги это очень хорошее подспорье для каждого храма, ну, который, во всяком случае, здесь фигурирует. А почему? Потому что вначале идет история храма, соответственно, ну, потом посмотрите, ознакомитесь, и, соответственно, люди, которые были причастны к этому храму, то есть и старосты, и кто там просфоры делал, там, ну, практически полный расклад по населению, то есть и священники, и так далее. Поэтому, в принципе, для настоятелей храма это, ну, очень полезная информация. Можно ее как раз хоть в рамку, хоть по казакам, но и по репрессиям и новомученикам и исповедникам Церкви Русской, то, наверное, может быть, знаете вот эту книжечку, это Иванов Сергей Михайлович выпускал, она, ну, будем говорить, довольно такая старенькая, информация в ней есть, полезная по священномученику Николаю Попову. Недавняя книжечка, которая была выпущена, это Щербак выпускал, как раз земной курс священномученика Николая Попова, она информация дополненная. Тоже интересная. Ну, эта книжка, я не знаю, может быть, кто-то встречал, нет. Это богослужебное указание и молебен по священномученику Николая Попова. Тоже пускал, правда, в малом количестве экземпляров, но тоже есть. В принципе, в дальнейшем... А где-то можно взять? Она выпускала 100 экземпляров, в принципе, была здесь в монастырской лавке. Ну, вот кто успел, тот успел. В принципе, планируется в дальнейшем вот эти три книги объединить и выпустить, ну, по священномученику Николаю Попову такую, ну, одну нормальную книгу хорошую. А по поводу репрессированных, ну, священнослужители, понятное дело, что материал постоянно ищется, подбирается кандидатура, ну, наверное, может быть, многие из вас видели вот эту книжечку, материалы жизнеописания репрессированных священнослужителей. Тут и миряне есть, и те, кто был репрессирован. В принципе, посмотрите, углубляться не буду, но кратко, в принципе, ну, чтобы каждый с области, да, кто-то понимал, в принципе, сейчас готовится вот информация для канонизации того же протоиерея Кругорухова, священника Павла Победоносца, Павел Вилков, протоиерей Алексей Добронравов, протоиерей Алексей Лебедев. Ну, соответственно, стараемся собирать информацию, материал, потому что, ну, не так просто. Например, про протоиерея Алексея Добронравова получилась такая ситуация.
несколько лет назад собрали информацию, отослали в комиссию, но выяснилось, что вот три дела есть, одно административное, его не хватает, причем там была еще такая допущена ошибочка, 23-24 год, административное дело вроде как указано, в архиве тут, ну, просто удалось обнаружить дело за 20-й год, ну, я в принципе посмотрел, взвесил, все-таки, наверное, имели именно это дело. Ну, сейчас будем добирать и на канонизацию отдавать. Также тоже вот есть у нас книжечка «Последний настоятель Александра Невского собора» патриархов Горохов. Но здесь не все так просто. Дело в том, что он, ну, как выяснилось по последним данным, он не последний настоятель, потому что последний настоятель Александра Невского собора был священномученик Петр Никотин. После него уже Александр Невский собор забрали себе обновленцы. По протоиереху Горохову там тоже не все так просто. На рождественских чтениях встречался с представителем тоже Русской православной церкви за рубежом. И получилось так, что они целый список канонизировали еще в 81 году, если не ошибаюсь, в 82-м. И протоиерей Иаков Горохов как раз вот был в этом списке. Я попытался пораспрашивать, а на основании чего канонизировали, как оказалось, ну, просто то, что пострадал, то есть практически без документов. И будем говорить, все-таки, если рассматривать на канонизацию, здесь придется все-таки документы еще какие-то поднимать и, соответственно, синодальную комиссию по канонизации предоставлять. Далее. Ну, опять-таки, в свое время, когда распространялась вот эта книжечка, это было на епархиальном собрании, тоже распространялись образцы заявлений, как писать, допустим, в архивы, чтобы искать информацию по репрессированным. И, понимаете, проблема какая? Вот я с архивом, например, ФСБ, там с работниками общался, они довольно-таки интересную информацию рассказали. Дело в том, что вот когда распространяли вот эти мои заявления, многие священнослужители обращались, но, к сожалению, обращались, они отвечали, но никаких особо статей, книг не последовало. Дело в том, что действительно в архиве много дел на репрессированных, репрессированных духовенства, верующих людей. Можно обращаться, можно исследовать эту информацию. Но вот, к сожалению, вот к вам обращаюсь как к духовенству, все-таки если какую-то информацию находите, все-таки старайтесь какие-то статьи писать, какие-то брошюры сдавать, потому что, ну, двум-трем человеком это невозможно все сделать, все это охватить. В качестве примера, ну, вот вам приведу такой случай. Вот, говорили о Хоперском округе. Пришлось мне тоже наткнуться на одно дело по Хоперскому округу. Дело в том, что это дело состояло из 14 томов. Чтобы вы представляли, что это такое. Ну, 14 томов, это дело было практически, будем говорить, сфабриковано. И первоначально арестовали по этому делу 600 человек. Ну, можете себе представить объем. В дальнейшем по делу отпустили 200 человек и на 400 с небольшим. Были заведены уголовные дела, и, соответственно, вот эти люди подверглись репрессиям. Среди этих людей были священники, но большая часть, конечно, как упоминалось, казаки. Это как раз 1929-30 год. И много расстрелянных было там. И самое, что интересно, вот по спискам, если смотреть, много офицеров, тех, кто служил в Белой армии. И в чем интересно оно само было дело?
зачастую просто составляли списки, людей практически уже ставили перед фактом, арестовывали, и допрос по делу буквально один лист. То есть особо сильно не разбирались, и по сути дела несколько районов попало под это. Ну, я вам просто могу статистику сказать, что попадались офицеры, кулаки, то есть зажиточные казаки, и священнослужители, середняки, даже были реэмигранты. То есть реэмигранты, чтобы вам было это понятно, те, которые уехали, эмигрировали и потом обратно возвратились в страну. Да. Я хотел спросить, а вот в ФСБ, вот как нас в госархив возили, туда тоже вот как-то можно попадать или только по заявлению работать? Только по заявлению. То есть, если вы, если вы, например, ну, вот вас интересует какое-то дело, вот вы нашли здесь. Ну, у нас был путь или священник, то есть нам мы сперва дали архивную справку, мы сказали, что 75 лет не прошло, потому что мы, вот они должны были в прошлом, позапрошлом году эти закончить, с момента вот этого всего. Вот только родственникам. Вот сейчас как бы время подошло, можно как бы вот уже от себя получается подать еще раз. Ну, только по заявлению, да? Я понял, да. Значит, очень интересный момент. Как ну, отработать? Во-первых, вы можете работать через родственников. Если есть родственники, вот, например, по Добронравову, отец Евгений Агеев, вот, во Фролово живет, там есть родственники Добронравова. Он с ними взаимодействуют, они, в принципе, а как родственники могут потребовать ксерокопии в архиве, им должны предоставить. То есть, если вы работаете с родственниками, это информация от родственников, это информация от родственников через архив, и это дополнительная информация в каком плане. Это может быть фотографии, там, какие-то воспоминания и тому подобное. То есть, это очень важно. Если, как, допустим, к сожалению, родственников никаких-то, никого не нашлось, соответственно, вы пишете, приходите в архив, вызываете сотрудников, договариваетесь с ним, пишете заявление, они его рассматривают, вы с этим делом потом знакомитесь. Все. То есть, да, вы договариваетесь по какому-то времени, приходите и с этим делом знакомитесь. То есть вам дают возможность ознакомиться с делом. Вы берете, выписываете, там проблем никаких нет. Ну, то есть можно то есть, с оригиналом как-то поработать. Да, с оригиналом вы можете поработать вообще без проблем. То есть, в принципе, это может любой сделать, любой исследователь, там, любой студент, который этой темой, да, любой студент, который даже этой темой вообще интересуется и занимается. Это, в общем, в принципе, вполне доступно все. То есть, если родственников, значит, уже нету, то, значит, можно дать как бы уже раньше, да? Да без разницы. Если даже есть родственники, вы можете сами прийти по заявлению и ознакомиться с этим делом. Они вам его предоставят. А бывает так, что, например, находятся родственники, которые не могут подтвердить, что они родственники. Ну, у них как бы нет документов этих, но они знают, что они вот, как-то вот какие-то там сохранившиеся отрывки документов имеются, они, в принципе, утверждают, что они родственники, ну, не врут, допустим, да. Они могут даже тоже прийти в архив и тоже могут ознакомиться лично с делом по заявлению. Но ксерокопии им уже предоставлены не будут, потому что ксерокопии дела предоставляются только родственникам, то есть, ну, которые доказали. А так, да, то есть с делом знакомитесь, выписываете, пожалуйста, проблем никаких нет с этим. Ну и, конечно же, если вы с этим работаете, старайтесь все-таки писать какие-то статьи, брошюры, потому что это очень важно, иначе это просто у вас так и останется, и потом куда-нибудь исчезнет. Ну, пропадет, будем говорить. Ну, для священников у них никаких там скидок, поблажек нет, да? То есть все на общих основаниях. Договоренности такой нет, чтобы там помогали. Нет, вы можете написать заявление, попросить справку, чтобы вам предоставили, вам ее предоставят, эту справку. А при желании можете прийти, ознакомиться с делом. Какие еще там? Ну, мало ли. А вот вопрос, как, ну, вообще, где можно найти, какие, ну, допустим, такие возможности найти тех священников, которые служили в последнее время, потому что я смотрел архив, допустим, нашего раз, ну, там, ну, до 22 года еще там регистрировали, по-моему, 22 год там последние священники, допустим. А как узнать, какие были священники, фамилии, где, как это может быть? Ну, вот как в качестве ориентира, это, очень хорошая книжка. Поэтому да. Второго округа ждем. Его, можно на него найти, он может быть еще одна книга, тоже очень хорошая, это «Забытые судьбы».
в принципе, но это больше по калачевской епархии. Ну, в принципе, поскольку духовенство перемещалось, оно могло быть и допустим, территориально быть в калачевской епархии, да, а потом переместиться там, я не знаю, в Урюпинскую епархию, там, куда-нибудь под Урюпинск. То есть по Волгоградской области, по территории, они перемещались. И, в принципе, информацию вы можете найти в разных книгах. Кстати, по вот исследованию, очень хорошая книга еще помимо вот этой, помимо книги Рябова, а есть еще книга Гусева. К сожалению, у нас вот, ну, как бы игнорируют вообще литературу большинство людей. Идут сразу в архив, в архиве не нашли, ну, значит, все, нет. На самом деле, в принципе, есть книги, которые люди выпускают на основании архивных данных. То есть, допустим, тот же Гусев, он ездит в Москву, там собирает информацию с архивов, и перерабатывает ее, соответственно, выпускает книги. То есть там, насколько я помню, буквально 12 томов, а сам я случайно вот по своей родословной нашел у него, хотя нигде не мог найти информацию. Вот, вот так просто получилось. Поэтому, в принципе... Как называется, неважно, как... Ну, там труд, хотя примерно. По казакам. Ну, я вам скажу, значит, по казакам всего получается 12 томов у него, есть в библиотеке, есть в архиве ГАВО, ну и все вроде, наверное, пока, ну, насколько я знаю. То есть в архиве, в библиотеке, если не ошибаюсь, 5 томов, и в архиве до 8 тома, там что-то тоже с 5 по 8 том. А дополнительно это вам надо с ним связываться. А какой период он захватывает? Он период захватывает как раз это 1600-е года, 1700-е, там 19 век тоже захватывает. Ну, принципе, последний, вот хотел узнать опять репрессированных, потому что фамилии не знаю, но как можно... Вас выяснить? Интересует по 20-му веку. Ну, после, да, вот, до закрытия церкви, там, в 36-37-м закрылось это дело, смотрели примерно, потому что последний, знаешь, насколько известно, по данным, что матушка осталась одна, а священника забрали. Кого, фамилии, неизвестно, не можем выйти, да, так. Ну, это архив УФСБ, это дела на пенсионных. То есть вы как? Просто туда обращаетесь, говорите, что вот известного человека, возможно даже, да, репрессировали, фамилия, имя, отчество, год рождения, место рождения. Не знаю, что тут вопрос, да, не можем фамилии, да. Когда в архив идешь, нужно брать паспорт. Да, место или что нужно, да, еще начинать. Если не знаете, ко мне обращайтесь, я запишу, и если что-то будет, соответственно, я вас оповещу. Так вообще, конечно, есть еще возможность по интернету поискать, потому что есть, если не ошибаюсь, и Донская библиотека в интернете. Ну, то есть много разных ресурсов, где по священнослужителям, по вообще людям, которые более-менее связаны с церковью, имеется информация. То есть вы можете даже просто по интернету попытаться в поисковике поискать, тоже, может быть, что-то найдете. Ну, пока, пока не было. Значит, когда ФСБ пойдешь, паспорт. Ну, в принципе, я это на дальнейшем сейчас вот мы поднимемся наверх, я на занятия продолжу, как и что, в принципе, тут уже более подробно. А сразу вот здесь у нас на столе имеются книги игумена Дамаскина. Ну, понятно, это более старая версия, это более новая, но все на месте не стоит. И сразу хочу сказать, сейчас в Синодальной комиссии по канонизации ведется, ну, я бы сказал, глобальная такая работа. Они выверяют соборы по епархиям святых, потому что еще с советского времени были привнесены в эти соборы люди не канонизированные. И проблема получилась такая глобального масштаба, то есть, допустим, человек не канонизированный, его занесли в собор в советское время, а такие соборы, ну, периодически делали в епархиях, и автоматически этого человека начинали считать канонизированным. И вот сейчас, в принципе, вот эти соборы проверяют, смотрят, что как, кого-то из этих соборов исключают, поэтому... В принципе, тут информация, она может меняться. Есть, если не ошибаюсь, там выверенные месяцы слов, там информация уже, ну, более точная и подробная имеется. То есть
Вопрос святым имеется в виду. Если только можешь фамилию ходить. Можешь фамилию ходить, такая, знаешь, будешь переселенцем, может, были только единственное, что, наверное, больше ничего. Ну да, да. Но это как бы, ну, опять упоминания могут и здесь быть. Я тоже жду, когда... В библиотеке Царицынского православного университета регулярно проходят тематические выставки на разные темы, очень широкая тематика, и детская литература выставляется, и краеведческая, и историческая, и православная, и художественная, темы разные. В этом месяце тема посвящена пути покаяния, в канун предстоящего поста. Сегодня в рамках тематической выставки у нас, вообще в рамках выставок наших, проходят регулярно мероприятия. Мы приглашаем людей, у нас состоятся разные встречи, происходят. Мы приглашаем студентов, прихожан города, вообще всех жителей города. Все желающие могут посещать эти мероприятия. И сегодня прошла встреча с Рябовым Сергеем Ивановичем. Это профессор исторических наук, потомственный казак, наш земляк, который рассказал о своих книгах, которые издал не так давно. Пишет он их уже 6 лет, и сейчас представилась у него такая возможность их издать. И в этих книгах Сергей Иванович собрал материалы о всех жителях практически нашей области огромной, о священстве нашей всей Метрополии Волгоградской. То есть в этих книгах каждый житель нашего города, корни которого здесь находятся, в Волгоградской земле, могут найти своих родственников в этих книгах, то есть найти своих предков, свои корни. Вот, на мой взгляд, лекция прошла очень плодотворно, потому что Сергей Иванович, было видно, затронул сердца слушателей, проявился интерес у них, были заданы вопросы, дискуссия даже завязалась. И Сергей Иванович с удовольствием ответил на все вопросы, и стало понятно, что даже эта встреча не ограничится стенами нашей библиотеки, что, скорее всего, она продолжится и дальше, потому что этот вопрос о поиске своих предков, он вообще очень трепетный и затрагивает многих людей. Многие им все-таки интересуются сейчас в наше время. Вот, поэтому всем желаю этого. Найти своих предков. Я смотрю, жалобы нет. Нет, у кого? У священников. По крайней мере, я на своих смотрел. Священников жалобы нет.